сегодня киноакадемики вспоминают школу и ищут себя и своих знакомых среди героев картин Алексея Петрухина «Училка». Школа, класс, учитель – все как обычно. Только вот откуда в привычной обстановке урока истории пистолет? Фильм о проблемах современного общества и взаимоотношениях разных поколений смотрят и обсуждают киноакадемики вместе с автором киноленты. Чтобы сделать для себя какие-то выводы, но каждый человек прочувствует этот фильм по-своему, потому что кто-то, может быть, поддержит преподавателя, кто-то поддержит школьников. Киноакадемиков интересуют тонкости съемочного процесса. Минимум локаций, никаких масштабных батальных сцен и чудесных существ. Создатели картины вложили в нее минимум средств, но это не помешало держать зрителей в напряжении в течение всего фильма. Почему? Спецэффектов нет же, графики нет, поэтому самый большой спецэффект вообще в кино – это человеческие эмоции. 12 дней на съемки фильма, прежде месяц репетиций. Киноакадемикам интересны все детали, от подбора актеров до скрытого подтекста в сценарии. Обстановка в школе была немножко, наверное, гротескная и неестественная, но при этом это, скорее всего, было усилено для того, чтобы показать сильнее проблему. Этот фильм показывает, что школа – это не просто уроки истории, географии, физики, но еще и уроки жизни. Для меня кино – это. Сегодня вопросы задают не только дети, но и сам Алексей Петрухин. Ответы разные – развитие, развлечения, пища для ума. Но в одном киноакадемики согласны – хорошее кино – это очень нужно и важно. И сейчас мы еще не очень оцениваем, какой вклад киноакадемия вносит вообще в развитие смены. А вот через 3 года, это уже будет смотреться, а через 5 лет киноакадемия вообще превратится, я думаю, наверное, уже в профессиональное образование. Фестивали будут там самые достойные, и все будут вспоминать то становление, первую, вторую, третью, четвертую, пятую. И другие специальности, которые здесь были, будут видеть тоже себя, будут вдохновляться этим. Поэтому вклад киноакадемии в развитие смены, ну, это очевидно. И не только потому, что я сам занимаюсь кино, потому что это такая бесспорная история.